Эта небольшая выставка открылась совместным чаепитием с Фрекен Бок. Она, как и героиня из фильма «Подкидыш», пожалуй, самый любимый персонаж для поклонников таланта актрисы. Мы хотели показать сегодня на этой выставке Раневскую как именно актрису из кино. Мы ее знаем как актрису, снимающуюся в ярких эпизодах. У нее всего была одна лишь главная роль в фильме «Мечта». А так она снялась около 25 ролей, в эпизодах, в разных фильмах она снималась. И на данной фотовыставке присутствуют работы из различных фильмов. Есть очень известные фильмы, такие как «Подкидыш», как «Сказка Золушка». Есть также фотографии из малоизвестных образов. Организаторы фотовернисажа не ограничились только фотографиями, где Фаина Раневская блистает в сатирических ролях, и шаржами, к которым артистка, кстати, относилась с юмором. На выставке присутствует еще и любовно собранные цитаты актрисы. Из них сегодня можно было собрать целую книгу. Тем более, что уже после смерти артистки появились изречения, которые приписываются Фаине Раневской. Как говорится, цитатник на все случаи жизни. Невозможно представить себе образ Фаины Георгиевны без какой-то фразы, цитаты. Она всегда снималась, она человек таких острохарактерных ролей. Это цитата, это как аксессуар, как шляпка, зонтик, перчатка. И непременно какая-то цитата. «Муля, не нервируй меня» или «Красота – это страшная сила». Эти цитаты мы знаем как афоризмы, как крылатые выражения, которые нельзя представить себе Фаину Раневскую без какой-либо цитаты. В юбилейные дни здесь, в молодежном центре, пройдет кинопоказ фильма «Подкидыш». И поклонники таланта нашей землячки смогут еще раз встретиться с любимой Мулей.